Татарстана Рачкули, поэт. Здравствуйте. Ты же сам выбирал этот путь по карнизам и крышам. Ты же знал, все заранее знал. Так чего же ты ждешь? Что ты хочешь сказать? Кто поймет тебя здесь? Кто услышит? Что ты шепчешь сейчас? То ли молишься, то ли поешь? Этот город внизу растекается, плещется, манит. Что он знает о тех, кто застыл между ним и луной? Что ты знаешь о нем? Кто спасет тебя там? Кто поймает? Кто удержит тебя на карнизе ладонь шириной? Только ветер боками шершавыми трется о крыши. Никакая судьба не защита, ты знаешь, родной. Попросить за тебя? Кто поймет меня здесь? Кто услышит? Кто удержит меня на карнизе ладонь шириной? Спасибо. Второе стихотворение. Все азартнее наши салочки. И глядя за игрой из окна, кто-то ставит и ставит галочки и записывает имена. Наливаются горькие чарочки, опрокидываются до дна. Память ставит и ставит галочки и вычеркивает имена. Спасибо большое. Оксана Рачкулик, Обнинск. А на сцену выходит Олег.